На горе в крепости Иссар было очень высоко и круто. Кстати, сам город Штип очень древний, первые упоминания встречаются еще в 3 веке до нашей эры. А мы едем дальше, на руины древнего города Баргала. Появился он примерно в 4 веке и изначально был просто военным лагерем, который построили римляне. И только со временем он стал гражданским поселением. Раскопки продолжаются, и на данный момент исследована только 10 часть всего города, так как он занимает площадь около 5 гектаров. Вам не кажется, что музыка слишком веселая для этого места? Мы не собираемся танцевать на руинах. Давайте подберем что-нибудь подходящее. Мы довольно быстро все обошли, погуляли и решили ехать дальше. А следующее место – единственный медный рудник Македонии – Бучим. Он производит медный концентрат, в котором содержится медь и золото, перерабатывает около 5 миллионов тонн руды в год и трудится там около 700 человек, что делает его самым большим работодателем в регионе. В реальности он выглядит просто гигантским, и видео, к сожалению, не передает его размеров. Стали слишком тревожить территорию рудника и поехали дальше, потому что дорога предстояла сложная. Привет, гуси! Как делишки? Наш путь лежал к горам Плачковицы, высота где-то 1500 метров. Здесь много серпантинов, но очень хорошая дорога и безумно красивый вид на горы. Сверху дороги напоминают игру «Трубопровод». С повышением высоты климат очень менялся, повсюду пышные папоротники, высокие густые деревья и красивые горные хребты. Здесь уже по-настоящему чувствовалась горная Македония. Координаты всех мест и другую полезную информацию я оставил в описании. Второй день подошел к концу. Спасибо за просмотр и отличного дня!